первый ресторан, где я работал, первый, когда у меня было 16, да, 16 лет, я вышел из детдома, у меня были сложные времена. И, ну, вот я успели работать, ну, успели, как сказать, взять место как помощник повар. Меня вызывали еще другие конкурсы. Лучший молодой повар Франции. Это была квалификация первой в Эльзасе, которую я выиграл, и потом в Париже. А я еще утром успел прогнать этот, поднимается на второй этаж пешком на башню Эйфеля. Потому что денег не было. Ну, конечно, потому что лифт у меня не было деньги. Это даже мой шеф мне оплатил самолет. Вот. Я там спал, какая там студентки комната на полу, когда приехали. Конечно, деньги ноль. И вот я там попал. Судьба такая.